Всем привет! У нас поступает в продажу Mercedes GLS 2024 года выпуска. Максимальная комплектация, дизель на полном приводе, с доводчиками дверей, с электробагажником, семиместная версия. Сзади у нас лежат наушники, сумка Mercedes оригинальная, третий ряд сидений имеет свои подстаканники, свои розетки Type-C и свои подогревы. АМГ пакет, доводчики на всех дверях. Задний ряд у нас полностью электрический, с обогревом и обдувом, электрошторки, музыкобурмистр, вентиляция заднего ряда присутствует. Управление всеми функциями автомобиля с заднего планшета. Также есть климат-контроль, мониторы, панорамная крыша, большой открывающийся люк, подсветки на порогах, мертвые зоны в зеркалах, камеры 360 с 3D видом присутствуют, музыка-бурмистр, также обогрев-обдув, управление правым сиденьем с водительского места, память сидений, управление стеклоподъемниками и зеркалами, отделка деревом автомобиля. Руль также отделка дерева, проекция на лобовое стекло, есть оффроуд режимы, есть массаж, разные режимы массажа, также камеры 360 уже улучшенного вида, намного лучше стали камеры, чем в предыдущем поколении. Автомобиль полностью готов к продаже, находится в Москве. Два регистратора оригинальных на переднюю и заднюю камеру. Пневмоподвеска. В автомобиле есть абсолютно все, что может быть в Mercedes GLS. В наличии в Москве.